Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий, и сегодня мы поиграем в Акс и Йо, жестокая арена для битв. Как и обещал, каждый выпуск я буду открывать новых героев, а сегодня у нас будет их целых два, ребят. Я был в одиночной миссии и выполнил ряд заданий, за что я получил бандита вот этого и мясника, ребят. Это было нелегко, но я это сделал, и сегодня мы за них и поиграем. Давайте я, наверное, начну с мясника. И именно им я сейчас поиграю в мультиплеере, естественно, с другими игроками. Довольно-таки забавная игрушка. Я не знаю, почему она мне зашла, но она мне определенно нравится. Ох, у нас тут много, можно присоединиться. Ну, давайте начнем там, где самого малого, а то в других, наверное, уже наиграли все. Сейчас только появлюсь, а там будут бегать шестые и седьмые уровни и сразу на всех крушить и убивать. Так, замечательно. Ох, сколько монеток. Монетки нам нужны, чтобы повышать уровень. Иди сюда. Так, я кого-то, по-моему, завалил. А, и завалили меня, естественно. Блин, вот это 5 секунд, чтобы возрождаться. Нельзя вот нам сразу как-то появляться. Было бы вообще круто. Так, где-то тут я кого-то только что видел. И мы постараемся его убить, и мы это сделали. Есть. Не с теми бегаешь ты рядом. Ох, 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 вот это он зря. Вот это он зря. Сейчас будем мстить. Так, я у кого-то только что отбил щит. Главное, чтобы он не начал нам мстить. Так, я достиг второго уровня, значит, я могу кидать сразу два топора, ребята. О, кто-то здесь есть. Так, я чисто случайно кого-то только что валанул. Блин, мы друг друга пытаемся валануть и никак не можем друг друга попасть. Блин, это битва на смерть. Ух, блин, тут какой-то новенький. Точнее, не новенький, он уже третьего уровня, значит, скорее всего, он старенький. Или что-то в этом роде. Вот, вот он. Блин, я его должен был убить. Зараза, вот это зря я за ним бегал. Блин, но монет сейчас очень много валяется. Значит, в принципе, достичь определенного уровня тут будет попроще, чем я думал. И мы попали, нет? Блин, тут уже с мечом бегает. Кстати, ребята, видите, какой-то лаг. Некоторые тут невидимки такие бегают. Просто показано их оружие и их, мать его, уровень. Куда я кинул? Ух, переворот. Надо вот этого чувака с четвертым уровнем как-то убить. Иначе он сейчас, если будет достигать еще большего уровня, он просто нас будет кромсать. И мы от этого ничего не получим. Кроме как топором по башке. Блин. Отлично. Ох, что это такое? А, это конец. Я уже думал, что подвис, ребят. Ладно. А ну, давайте-ка теперь сейчас, наверное, мы сыграем за бандита. Но за бандита я уже, ребят, наверное, сыграю на другой локации. Давайте отсюда выйдем. Давай, давай. Так, магазин. Все, мы выбрали бандита. И этим бандитом, ребят, я поиграю, наверное, на охотнике драконов. Да. И, наверное, поиграю я от третьего лица, ребята. Присоединимся, не будем создавать свой собственный матч, это будет очень долго. Да, ребят, если кто не знает, здесь есть вид от третьего лица. Все, мы появились и теперь давайте покидаем. Есть, попал? Нет, я промазал. Блин, а где топоры все? Ладно, ребят, у меня небольшая проблема. О, все, я подобрал топор и мимо бросил. Ладно. Тут можно восстановиться за 200 кристаллов. Ну, если вы, например, там уже достигли 6 уровня, чтобы не терять этот уровень, то вы можете за 200 кристаллов просто взять, типа, возродиться и все. Давай, давай, иди ко мне. Давай, ко мне иди. Давай, давай. Подойди. Блин, зараза, он задолбал. Иди сюда, давай, давай. Я возле топоров как раз, кучка топоров. Иди сюда. Блин, зараза бешеная. Но мои топоры до него, блин, к сожалению, не долетают. Ух, походу меня сейчас убьют. Так, что-то происходит с игрой, непонятно. А, мы победили. Блин, ну это такая смутная победа на самом деле. Из-за этого
Да, надо, короче, создавать новые, скажем так, рейды, потому что, блин, когда я захожу в чью-то, сразу уже все заканчивается, и это не совсем интересно. Давайте я сейчас, наверное, создам матч. А, вот, все, как раз только что кто-то уже создал это, сделал за меня, и вместе с ними мы сейчас и поиграем. Но теперь мы поиграем уже с видом сверху. Где, вот. Отлично, и кинин. Есть, попал? Да, я попал, ребят. И сейчас я хочу попасть еще. Нет, на этот раз я промазал. Возьмем топор и побежим. Сейчас мы его завалим, потом замаринуем, сделаем шашлык с ребятами. Есть, я попал. И у меня открылся щит, и это довольно-таки круто. Еще бы одеть щит на спину, потому что бывает такое, что кто-то, что дракон, да даже в других локациях в спину очень многие стреляют, поэтому щит нужен как спереди, так и сзади, друзья. А тем временем я никак не могу догнать этого дракона. Мне безумно нравится именно эта локация, ребят. Давай, давай, иди сюда. Нет, я не добросил. Давай, давай, на меня приди. Блин, он нашел себе какую-то другую цель. Нет, он возвращается. Давай, давай, иди сюда. Блин. Он задолбал туда-сюда летать. Я так в него попасть не могу. Как ни странно, он меня сегодня вообще игнорит. Обычно он только за мной... О, тут офигенно можно стать. Давай, пойди ко мне по прямой. И я просто закидаю его сейчас топорами, ребят. Просто закидаю к чертям. Тем более у меня еще есть щит. Блин, мы закончили? Чё за бред? Блин, ну кристаллы нарабатываю, но это вообще... Ладно, не, ребят, давайте я лучше пойду. Поиграю в локации, там, где каждый сам за себя. А то здесь что-то очень быстро сейчас видно. Ребята каждый день прям играют, рубятся, уже нашарились. Но это совсем не интересно на самом деле. Почему я сейчас не хочу играть командные бои? Я играл, и просто там очень долго, ребят, 3 на 3 играешь, пока не... Ну, очень долго, и там, в принципе, если... Короче, ребят, я следующее видео сниму именно про командные бои, да, вот именно в следующий раз. А пока давайте удовлетворяться тем, что есть, и я должен был кинуть меч, и я так и не понял, я его кинул или нет. Что-то странное только что произошло. Есть или нет? Так. Где вы все хреначитесь? Вы задолбали меня. Я за вами бегать должен. Я что, спринтера вам не увидели? А почему не подобрал? Ох, как меня только что хотели. Что за фигня? Я ничего не пойму. Я вообще бросаю их или нет? Вот, теперь я увидел, что я что-то бросаю. А до этого я вообще не понимаю, что происходило. Блин, капец какой-то. Не, мы сейчас будем отыгрываться, ребят. Я не знаю, почему, когда я играю не на записи, блин, я достигаю довольно-таки неплохих уровней, а здесь черт пойми что. Видно, очень много энергии у меня уходит, когда я пытаюсь с вами разговаривать. Может, это как-то отвлекает, хотя я не знаю. Мне кажется, это больше звучит, как какая-то отмазка. Ну, вот сейчас, да, я отвлекся на самом деле. Блин, все, все, рубимся, рубимся. А, это 5 уровня тип. Надо подальше от него немножко держаться. Блин, проще создать, наверное, собственную какую-то катку и в ней играть, и тогда все начнут с 1 уровня, и не будет вот этих вот пятерочных, четверочных, которые постоянно только то и делают, что всех рубают. Рубаки долбаные. Иди сюда. Я промазал? Ладно, сейчас возьму топор. Я сейчас постараюсь его завалить, ребят, только пусть он мне покажется. Нет, я промазал? Пипец, он задолбал. Ладно. Ничего, мы еще успеем отыграться. Какие-то тут, не знаете, одни живчики сегодня попадают. Ля, смотрите, я вообще не вижу, я кидаю топор или нет. Что за дичь происходит? Реально, вот я только что кидал топору, я вообще не видел, что... А ну подождите, блин, где? Вот, теперь я вижу, что топор полетел, правильно. Вот сейчас я нажал, и топор вообще... Вы видели? Я не понимаю, что происходит с игрой сегодня. Пипец какой-то.
Вот, когда я, получается, не в кого-то кидаю топор. Вот смотрите, я кинул, я только что кидал топор. Бред, вот ей-богу, бред. Ладно, давайте еще раз сыграю. Еще раз, и в этот раз уже попытаюсь сыграть нормально. И я, наверное, все-таки создам матч, и мы в нем сейчас и сыграем. Ладно, давайте, вот, новенькие появились. Все должны играть, по идее, сначала. И сейчас вместе с ними мы и порубимся. Я надеюсь, что мы порубимся нормально. Без никаких лагов, без никаких глюков. Все по чесноку, как и полагается. Вот, первый есть. Так, сейчас будет и второй, наверное. Ох, сейчас меня могут сзади кто-то рубануть. Нет. Так, мне нужен топор. Есть, я взял топор. Так, есть еще один. Ох, текаем. Так, я вижу, там бегают. Догоним? Нет, не догнали. Главное, постоянно хаотично стараться бегать. Потому что по прямой, понятное дело, летит топор и может нас ранить. Нам надо стараться как-то увилять от этого. Ага. Вот этот приемчик я просто обожаю. Когда за мной кто-то бежит, я резко разворачиваюсь и рубаю. Как рубака из Принскилста. Ох, у меня улучшился уровень, и меня валанули. Блин, как обидно. Кстати, тем временем я смотрю, тут уже рыцари какие-то бегают. Ни хрена себе. Но это мультиплеер, ребят. Я играю с реальными людьми. То ли они столько наиграли уже, то ли они столько назарабатывали, то ли они задонатили. Я не знаю, тут вообще есть донатная строка? Я как-то не обращал внимания. По-моему, здесь довольно-таки просто можно заработать кристаллы. И донатить сюда как-то, мне кажется, пока месть глупо. Давай, где вы, где? Опа! Есть! Я кого-то точно рубанул, ребят. Точно рубанул кого-то. Так, давайте покидаем. Тут у меня топориков хватает рядом. О, кто-то есть. Блин, я промазал. Есть, рубанул. Так, теперь мне надо подобрать щит. Мне нужен щит и желательно два топора. Нет, все, ребят, мне уже никакой топор не нужен. Он меня просто-напросто не спасет. Кстати, ребят, если кто-то играет в эту игру и не знает, как открыть мясника, объясняю. Здесь нужно продержаться 5 минут. 300 секунд — это 5 минут, ребят. И сделать это достаточно легко. Просто улучшаете себя до 3 уровня, берете щит и забиваетесь в этот уголок, закрываете себя вот так щитом и стоите до 5 уровня. Если кто-то подходит, то просто кидаете в него топор и все. Вот таким образом, ребят, я открыл себе мясника и продержался целых 5 минут, не погибая. Я даже убить парочку умудрился. Блин. А ну идите сюда. Давайте, у меня тут куча топоров. Есть. Он сам нарвался мне прямо под топор. Так, мне нужно вернуться. Блин, но я, как ни странно, еще и на втором месте иду. Да, ребят, я еще и на втором месте. Ни хрена себе, у меня 7 убийств. Ну, нормальненько. Так, ладненько, ребят. Будем закругляться, вы были на канале Экспировид, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь на группу ВК, ссылочка будет в описании. Не забудьте про лайки, будет больше, будет лучше. Пока.